вопросы задавали. А что, что они имеют в виду под моим авторским стилем? Я просто делала то, что мне нравилось. Я поначалу брала работы других авторов, которые меня вдохновляли. И, ну, например, даже вот так вот возьмем такой пример. Вот на фотосайтах, да, к примеру, я рассматривала портреты. Мне очень нравилось, мне сейчас больше всего нравится снимать портреты. Я смотрела портрет, и я думала, боже, ну как красиво, какая тонировка красивая. Я сохраняла себе на компьютер, и потом открывала, и я могла, ну, на то время, там еще не так я прям хорошо, да, знала Photoshop, и я прям могла день посвятить, если не два, тому, чтобы добиться такого же цвета и хоть немножечко сделать похожую обработку. То есть я прям вот копировала, я брала какие-то, что-то еще. Просто именно то, что нравилось, то, что откликалось, понимаешь? Вот так оно и находится. Вот так ты как бы и приходишь к своему. И потом постепенно ты даже не заметишь, как люди тебе будут говорить, Аня, а вы отличаетесь от других? У вас особенная съемка, понимаешь? Да, мне это очень знакомо, этот процесс весь тоже я проходила и до сих пор прохожу, до сих пор смотрю, ищу, цепляюсь, вытягиваю, все пытаюсь понять, да, воссоздать. Да. Да, это все, наверное, мы многие через это проходим. Кто-то прошел уже, кто-то еще идет. Конечно. Ну, да, хорошо, спасибо большое, Кариночка. Очень рада, мы будем с тобой продолжать. Да, взаимно. Да? Очень приятного, конечно. Спасибо большое. Все, я тебя целую, отпускаю. Давай, счастливо. Пока-пока. До связи, Анюш. До связи. Так, ну, наверное, я закруглюсь. А, нет, еще. Честно говоря, я не знаю, вот... Я попробую сейчас подключить. Я просто не знаю, что это... Здравствуйте. Так, ну понятно, понятно. Здесь, по-моему, человек не понял, куда он зашел. Я так думаю, что человек не понял вообще, что он зашел в прямой эфир. Так, и сделал запрос. Ну все, на сегодня мы с вами закруглимся. Я думаю, что у нас получился тоже опять очень классный такой эмоциональный эфир. Я очень довольна, ребят. Спасибо вам большое всем, кто участвовал в эфире. Обязательно все участники напишите мне. У Ани очень прикольный ТикТок. О, Анюта, напиши мне свой ТикТок, я посмотрю. Я посмотрю обязательно. Да, здорово. Спасибо вам за то, что вы были активными, участвовали. Да, все, кто был в эфире, я жду от вас сегодня. Сегодня постарайтесь, пожалуйста, сообщение в директ. Вот, чтобы я сформировала завтра текст о вас. А то я вчера утром последних искала, можно сказать, чтобы мне никого не упустить. А я как всегда, без приключений не смогла, простите уж. Все нормально, очень было здорово с вами пообщаться. Все, ребят, я с вами прощаюсь, всем пока и до новых встреч. И я подумаю, проводить ли мне еще такие эфиры, если будет прям отклик, и ваши какие-то сообщения в поддержку вот таких моих эфиров, я, конечно, с удовольствием еще буду проводить. Вот, если будут активные, желающие, если будет мне много людей писать о том, что хочет продолжение, я обязательно буду выходить с вами на связь. Все, всем до свидания!